нашего сказочного королевства. Сегодня необыкновенное зимнее утро. Сегодня сказочно чудесное утро. А почему? Потому что сегодня во дворце состоится грандиозный карнавал. По случаю наступления Нового года. Ура! 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 Повеселит гостей. Удивит вас. Подарит сказочные подарки. А также расскажет удивительные истории о дворцовых интригах. И это все сделает для вас веселун. Шалун, спешите. Торопитесь. Друзья, ворота нашего дворца открыты для вас всегда. Что? Это он, министр сказочного королевства. Главный министр. Стража, закрыть ворота нашего дворца. Никого не выпускать и никого не впускать до особого разрешения. Смотрите. Или указа. А вы что стоите, как стукан? Марш во дворец! Спешим! Господин главный министр! Что еще? Мы забыли пожелать вам доброе утро! Что? Какое доброе утро? Вы что, мы указ на ранг 10-6-1-8 не читали? Читали. Знаем. Почему не исполняете? А? Повторить? Пока его величество король. Шалун, Игрун, Веселун! Не зевнул. Не открыл глаза. Левый. Правый. В нашем сказочном королевстве не может наступить доброе утро. Молодцы. Теперь марш, дворец, бездельники. Летим. Спешим. Господин главный министр. Что еще? Мы забыли поздравить вас с Новым годом. Что? Какой Новый год? Вы что, вам праздничный указ не читали? Абзац 250 на конце 13 буквы Р. Ни разу не читали. Не знаю. Не знаете, поэтому не исполняете. А? Я вас за это накажу. Господин министр. Главный министр. Господин главный министр. Я хочу с утра пораньше сообщить пренеприятнейшие известия. А у вас-то что случилось? Не надо никого наказывать, они не виноваты. А кто? Виноват он. Кто он? Он просто исчез, и поэтому я не успела донести ваш праздничный указ до слуг его величества короля. Потому что указ лежал в праздничной папке, а папка находилась в коробке. А коробка в министерском портфеле, а портфель... Дайте-ка угадаю, вы его опять потеряли. Да. Нет. Он так здесь. Да или нет? Вот здесь я виновата, потому что не успела донести праздничный указ до слуг его величества короля. Так значит, виноваты вы, министр с портфелем. Делаю вам еще одно замечание и напоминаю, что если получите еще хоть одно, пока наш королевский наступит Новый год, вы получите новый дом, министр без портфеля. А теперь огласите мой праздничный указ. Праздничный указ господина главного министра. Пока волшебными ключами не заведут наши новогодние королевские часы и большая стрелка часов не встретит с маленькой на цифре 12 и часы не пробьют полночь, в нашем сказочном королевстве не может наступить Новый год. Соучись! Слышите? Это звенят наши королевские часы. Они оповещают нас на наступление утра. Марш во дворец!